С Филиппа Киркорова в судебном порядке было официально взыскано почти 8 миллионов рублей долгов по налогам. Решение об этом озвучили в суде в понедельник, 22 января 2024 года. Телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции сообщил, что у Киркорова возникли новые проблемы после участия в скандальной голой вечеринке. Теперь нужно оплатить долги по налогам и сборам. Вынесен судебный приказ о взыскании из Киркорова Филиппа Бедросовича в пользу инспекции Федеральной налоговой службы номер 9 ПГ. Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей. 00 копеек, говорится в официальном сообщении пресс-службы суда. Кроме того, Киркоров должен будет оплатить пошлину в доход бюджета, которая составляет 24 032 рубля и 46 копеек. При этом, пока что судебный приказ, отмечается в сообщении суда, не вступил в законную силу.